Всем привет! С вами мисс Огородник. Вы на канале VNG Build House. Если у вас есть дома хоть какое-нибудь растение, вспомни о нем. Особенно зимой растение нуждается в питании. Купи любое жидкое органическое удобрение и сделай так, как мы сегодня с вами сделаем. Сделаем корневую подкормку. Помоги своему растению развиваться и расти активно. Итак, поехали! Я вам покажу на примере моей пальмы. Маленький лайфхак. Перед нашей процедурой полейте свое растение, как обычно, отстойной водой. Берем любое удобрение, взбалтываем. Читаем инструкцию. У меня 10-15 мл на 1 литр. Литр воды, 10 мл находится у нас в шприце. Открываем. Перемешиваем. Отлично. Поливаем. Важно брать немножечко меньше, чем написано в инструкции, чтобы не навредить нашим питомцам. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось. Не забывайте про нас, пишите комментарии. Всем пока, до новых встреч!